чем приступить непосредственно к нашему испытанию, хочу познакомить вас вот с такой замечательной новинкой от нашего партнера – компании «Клуб Фарм Эко». Это коктейль для людей, которые следят за собственным весом, что очень важно. Он помогает работе желудочно-кишечного тракта, а также снижает аппетит и позволяет нашему организму больше чувствовать себя сытым. Поэтому я уверена, что вам он очень понравится и поможет в вашем нелегком деле, так как размер мечты, я думаю, уже близок. Самый главный нюанс, когда вы его будете принимать, вы пьете много воды. Что касается сегодняшнего испытания. Вы уже поняли, что это полоса препятствий. Примерно такую вы проходили несколько недель назад. У нас есть результаты первого вашего испытания. Сейчас проверим, на что вы способны, учитывая ваши все нагрузки. Но я вас попрошу, не расслабляйтесь, потому что на этом сегодня наша с вами встреча не закончится. 2, 1, старт! Испытание эстафеты должно показать, насколько улучшился результат наших участников со значительной потерей веса. Yeah.
тренер Катя решила мне усложнить трассу немножко по ходу действия. Когда я последнюю веревочку перепрыгивала, Екатерина решила, что она слишком низко висит, и подтянула ее повыше. Я была в таком шоке, потому что я уже прыгала. Хорошо, что прыгнула высоко, потому что я думала, что прямо с этой веревочки я сразу на мат упаду. Вот. Но все хорошо. По сравнению с предыдущей, конечно, это немножко легче было. Даже то, что сравнить после того, как прибежала уже на финишную прямую, после первой эстафеты, пока наши... Хотя я бежала там третья, и в этот раз это тоже третья. Но пока у нас было больше участников, пока все не прибежали, у меня даже не восстановилось дыхание. В этот раз дыхание восстановилось намного быстрее. А это, значит, говорит, уже какой-то результат есть все-таки. Хорошая нагрузка, хорошая скорость, мне понравилось. Готовы еще пробежать? Мне кажется, что я быстрее пробежала, чем в прошлый раз. Ну и легче. Как-то немножко легче бежать. Я летаю, называется. Очень легкость появилась такая в теле. Конечно, круто. Ощущаешь себя лучше, лучше с каждым днем. На самом деле легко. Вот хотелось бы что-нибудь потруднее, чтобы не 10 раз, а там 30 раз отжаться. Вот, пробежать там не 100 метров, а, не знаю, полкилометра и потом уже отжиматься. Вот это было бы жестко, это было бы сильно. Но, тем не менее, я думаю, что еще... Все не за горами, да, Катя за кадром показывает, что она меня слышит, да, она... Зря я это наговорил, ну да ладно. Результаты улучшились в среднем на 10-15 секунд, и смотрю, что ребята по ощущениям лучше стали проходить трассу, им стало легче. Все-таки полтора месяца тренировок сказывается на теперешнем результате. Как вы видели, они даже не запыхались, не вспотели, поэтому это само за себя говорит. Трасса пройдена отлично. Меня поразило то, что вы так легко и просто прошли эту трассу, сравнивая с предыдущими показателями. Конечно, хочется только улыбаться. Больше комментариев нет, но тренер обязательно подготовит сегодняшнее испытание. Вы сегодня молодцы. Все-таки процесс тренировок не прошел даром. Он сказался не только на вашей фигуре, на вашем процессе похудения, но также и на ваших физических качествах. Трасса пройдена намного быстрее, намного вам было проще. По вам это было видно. Средний результат каждого из вас приблизительно в районе 10 секунд. По сравнению с первоначальным результатом вы прошли быстрее. Мы вас предупреждали, что именно этим испытанием сегодня наша с вами встреча не закончится. И наша сегодняшняя эстафета стала для вас, ну скажем, такой легкой кардиоразминкой. Прямо сейчас вас ждет полноценная тренировка. Вот такой неожиданный поворот событий. Как прошла эта тренировка, смотрите уже в понедельник. Всем привет! Сегодня мы будем готовить салат из шпината с кедровым орехом и изюмом. Поехали! Для приготовления нам понадобится шпинат, томаты черри, цукини на гриле, ржаные отруби, кедровые орешки, изюм, льняное масло для заправки. Все ингредиенты складываем в салатник, заправляем льняным маслом и тщательно перемешиваем. Выкладываем оригинальный, легкий и в то же время сытный салат на тарелку и подаем к столу. Приятного аппетита! Следите за проектом каждое воскресенье в 21:10 на телеканале «Беларусь-4 Брест».